Между тем, проблемы этнической тематики в информационном пространстве обсудили журналисты Дальневосточного федерального округа. В Доме дружбы народов в Якутске прошла межрегиональная научно-практическая конференция. На ней собрались местные эксперты и представители СМИ. За дискуссиями наблюдала Саргылана Федорова. Массовые издания на телевидении, радио, интернет-ресурсах стали одним из главных способов воздействия на сознание людей и в области межэтнических отношений. В том числе и этот вопрос сегодня часто обсуждают на форумах, различных сайтах. Задача современных средств массовых информации – предупреждать раздувание таких конфликтов, формировать правильное представление об обычаях и культуре разных народов. Очень рад, что у нас нарастают горизонтальные связи. Ну, например, мы можем узнать, как живут соседний Камчатский регион, как живет Татарстан. То есть наша дружба вот народов, да, я не скажу слово толерантность, она должна развиваться именно в горизонтальных связях. Я приехала на конференцию впервые. Если честно, я узнала об этом конкурсе тоже впервые. Наш издательский дом победил в конкурсе «Миротворец». Это для нас было неожиданно, потому что мы даже не заявлялись участвовать в этом конкурсе. Это была приятная неожиданность. Участники мероприятия отметили, что федеральные СМИ недостаточно освещают жизнь регионов. В новостях превалирует информация о бедствиях, авариях, а для позитивной информации не хватает места. Если мы наладим грамотные горизонтальные связи между регионами, то мы сегодня сможем вот этот, может быть, дефицит объективности покрыть большим количеством объективных материалов, которые будут распространяться именно в региональных изданиях. И опыт такой очень интересный есть. И по поводу Дагестана, по поводу Архангельской области, Псковской области, Республики Марий Эл. Очень много таких. Я надеюсь, что и Республика Саха тоже включится в этот наш замечательный процесс. Также сегодня гильдия межэтнической журналистики и Ассоциация национальных СМИ подписали соглашение о сотрудничестве. Еще одним знаковым событием стало награждение победителей зонального этапа 9-го всероссийского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений с «Миротворец-2017». Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.